Опаньки. Опаньки, сразу же кого-то я поймал. Куда пошла? Ну-ка, давай сюда. Давай. Опаньки, опять шурагаечка, да? Хе-хей. Конечно, оставить. Ну и ладненько. Утренний улов. Тын-дын-дын-дын-дын-дын. Пойдем с дядей поздороваемся. О! Какой-то кулик. Да я охочусь, дурак ты. Ты дурак, что ли? Придурок, блин. Я охотился. Охотился, понимаешь, на птичек. Ты в меня стрелять начал. Нахрена меня было стрелять? Ты мне скажи, а? Идиот, блин. Ну, все, пришлось тебя вольнуть. Ну, я что сделал? Я вот такой. Сейф. Жевательный табак. Сейчас подожди. Да. О, хорошо мне стало. Отлично. Ну и дядя, блин, а. Консервированные фрукты взять. Ну, в принципе, неплохо я тут у тебя затарился. Ух ты. А тут что такое? Бочки какие-то. Что тут есть? Что за здание это? Мануфактура какая-то разрушенная. Главное, чтоб мне тут никто ни кусь-пусь не сделал. Артур рисовать ее не хочет. Опа, там кто там такой красный? А, охотники за головами. 4 штуки, что ли? Скачет сволочи ко мне.
Как вот они знают, что я здесь? Блин, они прям ко мне идут, а? Хер на вас, вам пипец сейчас будет. Что, сейчас я бухану что-нибудь, там буху какую-нибудь. Все, я вам хана, бля. Вон они, 4 штуки, смотри, что, а? Ищут меня, а? Ищут. Ну давай. Ищите, ищите. Найдете? А? Охотники за головами. Че, 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 че встали-то вот? Так вот. Да куда тебе? Против Джо, о, этого Артура Моргана. Как я их, а? Как щенят. Так, мужик, скачи нахрен отсюда. Ты ничего не видел, ничего не знаешь. Я тоже ничего не видел.
Ого, мужик, привет. Да я тебя спас. Get to running, friend. They'll be looking for you. Какие-то бандюганы. Налетчики из Леймана. Ну что делать, одного убили. Ну, я ж не я убил того. Ого. Всем привет, ребят! Приветствую на канале Logon Play. Продолжаем прохождение Red Dead Redemption 2. Исследуя районы Сен-Дени, я наткнулся вот на такую вот штукенцию. Мини-церковь. Даже не понимаю, для кого она тут стоит. Я о ней читал, да. То есть, вот он ее сейчас и нарисует. Крохотная церковь. Да, то есть, еще, как говорится, одну мини-пасхалочку-то я выполнил. Очень маленькая церковь для очень маленького, да, прихода. Ну чё, сфоткаться надо с ней рядом. Красавчик мой, и церковь. Надо еще с той стороны, что на малепусечке. Там солнце, правда, но ничего страшного. Надо как-то так зайти. Так что вот, ребят, ну а мы продолжаем дальше искать что-нибудь интересное для вас. Да, церковь, кстати, сейчас скажу, где находится. А, вот тут, вот. О, пожалуйста. Покедам. Какой-то неизвестный человек нашелся. Батеньки, батеньки. Бонжур. Ага, уронила нафиг. Ты же уронила этот, как его, шкуру хорошую. Ты чё, аллигатора? Здорово. Please, you, yes, please, coin, please. Won't you lend a coin to a fella in need? Go get yourself something to eat. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. It's nice to give something instead of just begging. Hello. I hate asking for money like a goddamn worm. Groveling here in the dirt. Ну, блин. Ладно, мужик, поешь, да. Какой ты идиота, сам ты идиота. Okay, girl. Так, ладненько. Дали денежку, 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 денежку. Ай, 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 по встречке, по встречке едем. Hello, how are you today? Нормально.
А, это ты говоришь, Хэллоу? А, тетка. Я тогда мимо тебя проезжал. Excuse me, sir. Привет. Can I bother you for a minute of your time? Давай. Nice to see you again, sir. Да-да-да, я тебя видел. Did you change your mind about donating by any chance? We could really use your support to improve the lives of our veterans and their families. 20, да на, держи, на, ладно. $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. Да вы чё? You have a great day, Mr. Morgan. Я увековечил себя. Well, good luck to you. Seems a worthwhile cause. Thank you, Mr. Morgan. Thank you. Покеда, тётя. Need some help relaxing. Not right now. Old lady got you on a short leash, huh? Anyway, how's it all going for you? All right then. Okay, well, don't let me keep you. Arrivederci. Out of the damn way. Сказал? Ah, this is your first time, no? Welcome, sir. Да, сейчас закажу портрет, я ж красивый. I'm feeling inspired. Let's go. О! Пиво держит. Something comfortable. Во. It is done. О, теперь у меня вон какие фотографии. Careful there. Please, I need help here. The saloon is absolutely overrun with rats. Worse than last time. Much, much worse. I can't get near the damn thing. Хуже, чем в прошлый раз. But I need him gone. I'll pay double from the last time, huh? Ты заплатишь мне больше? Да, конечно, дорогой. Сейчас мы их выгоним. Какие проблемы-то? Вон у меня даже на мелкую дичь есть. Давай, сейчас я с ними справлюсь. What could you possibly be mulling over? Hello. Yeah? Jesus, fella. Won't say no. Конечно, я помогу тебе, дружба. Oh, thank God. Давай, крыс стрелять. Try not to destroy the place. Это по моей части. Сейчас я их тут зафигашу. Так, где? Блин, свет падает, ничего не вижу. О! Хрена себе, как они быстрые какие. Пумс тебе! Пумс! Чё, куда стреляет-то он?
Так, стрелы главное, чтобы нашлись. Да нафиг она мне эта крыса нужна, куда я ее дену-то? А, рикошетом я убил, видали когда? Стрелу главное взять. Нифига, их реально больше, намного больше. А-а-а! Мне только... Только наркотик мне поможет в этом случае. А чё? Где стрела-то? Так, ладушки, ладушки. Охота. Смотри, какая она быстрая. Стоять! Ай, ее треть колотить! Вы видали, как стрела стола отскочила? Фух, я главное стрелу нашел. Так, 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 так. Нет, надо еще раз это скушать. И что так оно быстро кончилось-то? Блин. Ну поешь ты хоть что-то. Вон банок поешь. Во, давай. Силы нужны нам. В ровном бою с крысами. Ха. Так, там крыса убежала. Стрела куда-то делась. Вот она. Врёшь, не уйдешь? Да ты что, зараза, а? А-а-а! А-а-а, есть! Ой, кошмар. Только никому не говорите, что я крыс убивал. Пожалуйста. А то Артура Моргана запозорят. Что он крыс убивал. Так, что такое, почему стрелу не взял? А, вот взял. Так, еще где-то писклявик есть. Прямо в черепок. Так. Что, еще кто-то есть? Ты что, зараза, там лазишь? Есть, я все сделал, друг. Я все сделал, дружбан. Well, shit. Thank you, mister. You're in this, that's for sure. You got it. Ну ты думал. Давай плати бабло. $24. Да, нормально. Отличненько. Ну все, крыс мне они не нужны, так что забирай. Пока.